правительстве региона обсудили итоги участия нашей области в движении WorldSkills Russia. Второй чемпионат профессионального мастерства студентов среднего профессионального образования состоялся в нашем регионе в феврале-марте этого года и завершился с неплохими результатами. В рейтинге субъектов наш регион занял 51 место из 70, а два ивановских студента в финале всероссийского чемпионата получили медали за профессионализм. Но, по мнению губернатора, от эйфории надо переходить к конкретным целям и задачам. Сами же сказали, да, 51 место среди 70 субъектов. Мы, безусловно, ставим себе задачу проанализировать детально к следующему чемпионату. И сейчас в период подготовки, где, на каких этапах, что у нас не сработало и по качеству, и по компетенциям. Но первый опыт участия... Я согласен, это немало. Но еще раз говорю, мы как-то сами собой восхищаемся и радуемся, какие мы молодцы. Вот. А на самом деле-то надо вступать более резко. Ведь нас же результат, в конечном итоге, волнует то, что в регионе будет, а не те первые места, которые мы займем там где-то или не займем. Главный результат проведенного чемпионата WorldSkills Russia для региона – рост числа желающих поступать в техникумы и колледжи, а также улучшение качества образования. После соревнований, которые проводятся по международным стандартам, все оборудование и инструменты используют в процессе обучения. В текущем году на оснащение конкурсных площадок направлено более 1 миллиона рублей. До конца года будут направлены еще 4 на оснащение колледжей. И сегодня очевидно, что стандарты WorldSkills – это те горизонты, на которые мы должны ориентироваться в совершенствовании профессионального образования. Третий чемпионат WorldSkills, запланированный на 2018 год, расширит свои границы. В нем примут участие не только обучающиеся техникумов, но и молодые рабочие, а также студенты вузов. Кроме того, добавится как минимум одна новая компетенция – медицинский и социальный уход. Базовая организация по подготовке к участию в чемпионате определен Иванский медицинский колледж. Выбраны эксперты из числа административного и педагогического состава колледжей. До конца года будет обучен как минимум один эксперт. Увеличится число компетенций в чемпионате среди школьников Junior Skills с 3 до 5. В предстоящем учебном году добавятся испытания в робототехнике и химическом лабораторном анализе. Любовь Почерникова, Антон Осипов, РТВ Иваново.